Всем привет! Ловим последние летние денечки, благо погода позволяет наслаждаться отдыхом на природе. А какой релакс на садовом участке или даче без удобного кресла? Только оно заставит вас оторваться от грядок и распрямить спину. Кроме того, оригинальное кресло, например, модное кресло-кокон, еще и украсит ваш двор. Сейчас всевозможные сайты предлагают такие модели по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе «Путеводители» по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Популярность подвесных кресел пришла в Россию из Европы, где впервые появился такой предмет мебели в середине 20-го столетия. С тех пор эксклюзивный дизайнерский предмет мебели стал пользоваться спросом для украшения не только участков и террас, но и квартир и даже офисов. Большое разнообразие товаров создало конкуренцию на рынке, усложняя выбор покупателю. Чем же руководствоваться при выборе кресла-кокона? В первую очередь нужно обратить внимание на каркас. Кресло с жестким каркасом имеет сиденье фиксированной формы, которое сохраняется в процессе эксплуатации. Мягкий каркас делает кресло-кокон похожим на гамак, но полноценно лечь в нем вряд ли удастся, так как размеры ограничены. Сиденье мягкое меняет форму при смене положения тела сидящего. Шар. Такая модель имеет правильную идеальную сферическую форму, что выглядит весьма оригинально. Открытая часть может занимать треть или половину сферы или же быть совсем маленькой. Кокон предполагает более глубокое и в большей мере закрытое внутреннее пространство, что позволит создать в помещении частично изолированный участок. А некоторые модели имеют полностью закрытые или даже застегивающиеся сиденья. Капля – интересное кресло, но скорее детское, напоминающее подвесной шалаш или маленький домик с входом-окошком. Еще один важный фактор – материал изготовления. Интересно смотрится ротанг или натуральная лоза – идеальный вариант для дачи. Такое кресло можно расположить на улице в дополнение к плетеной мебели. Дерево – экологически чистый и благородный материал, но он подвержен воздействию влаги. Металл прочен, но имеет значительный вес и может покрываться ржавчиной при контакте с водой. Но ковка смотрится особенно роскошно. Текстиль подходит для изготовления бескаркасных сидений, обивок или мягких вкладышей, и это могут быть самые разные ткани. Пластик – легкий и недорогой материал, но достаточно хрупкий и не самый прочный. В продаже встречаются и модели из стекла, воздушные, кажущиеся невесомыми и очень интересные. Если вы выбираете кресло-кокон для дачного или придомового участка, отдавайте предпочтение материалам, устойчивым к влаге и перепадам температур. Мы рассмотрим кресло-коконы из металла. На сайте Яндекс.Маркет подвесное кресло Бигарден Кокос сейчас можно купить за 10 400 рублей. Цвет кресла коричневый. В комплект входит подушка и стойка. Материал сиденья – металл. Высота стойки 195 см, ширина кресла 105, глубина 75. Допустима нагрузка 160 кг, само кресло весит 37. Wildberries кресло кокон сейчас предлагают со скидкой за 10 190 рублей. Его прежняя цена – 23 699. Материал корпуса – сталь с порошковым покрытием. Высота 196 см, ширина 108. Съемная мягкая подушка, входящая в комплект, выполнена из гипоаллергенной непромокаемой ткани, благодаря чему ее можно использовать на улице. Кресло подвесное со стойкой из ротанга имеет прочную конструкцию и надежные сварные болтовые крепления, выдерживает нагрузку до 120 кг. На сайте Озон подвесное кресло кокон сейчас можно приобрести со скидкой за 19 990 рублей. Раньше оно стоило 25 990. Высота со стойкой 190 см, глубина 100, ширина 85. Это кресло подойдет для высоких людей и также для тех, у кого большая комплекция. Здесь важную роль играет не просто глубина кокона, а глубина по диагонали, что обеспечивает максимально комфортное положение тела. Модель выдерживает нагрузку в 170 кг. На сайте Сбермегамаркет подвесное кресло кокон М-Групп сейчас можно приобрести со скидкой в 37% за 11 500 рублей. Цвет подушки можно выбрать – серый, синий, розовый, красный, оранжевый и другие оттенки. Материал каркаса – металл. Высота модели – 186 см, ширина 98, глубина 72. На сайте Red Markets подвесное кресло кокон капля ротанг черного цвета сейчас продается за 16 560 рублей. Материал – сталь. Ширина кресла – 108 см, глубина – 680. Максимальная нагрузка – 100 кг. Кресло устойчиво к излишней влаге и солнечному свету. Однако не стоит оставлять его на улице на зиму. Конструкция имеет пластиковые элементы, которые могут испортиться под воздействием отрицательных температур.
При выборе кресла кокона важно учесть, кто будет в нем сидеть. Это влияет на размер и максимальную нагрузку. Стиль интерьера. Кресло должно органично в него вписаться и стать неотъемлемой частью дизайна. Где будет находиться предмет мебели – в помещении или на улице? Если в комнате, то учтите ее площадь, чтобы подобрать оптимальный размер. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!